За моей спиной молодой яблоневый сад. Здесь 11 гектаров, почти 19 тысяч саженцев, и все это удалось высадить начинающему фермеру всего лишь за 3 года. Пока здесь только технический урожай, но уже в следующем году яблоки выйдут на рынок. Свою мечту осуществил житель Белгородской области Игорь Ереська в Ивнянском районе. Поддержку получил из федерального и областного бюджетов. С 2014 года в области работает программа развития садоводства. Ее участники при высадке семечковых и косточковых культур получают за 1 гектар от почти 300 тысяч до 1 000 000 рублей. Мне хотелось взять побольше земли, чтобы сделать какой-то красивый там участок. И если бы не программа, может быть, я тебе не решился. Больше плотность посадки, выше ставка субсидии. Сегодня фермеры все чаще выбирают интенсивные сады, то есть высаживают от 800 до 3500 саженцев на гектар. Здесь видно, что морозом саженец не был побит, и ожоговых повреждений тоже нет. Специалисты АПК регулярно проверяют состояние приживаемости заявленную схему высадки. Если уход качественный, фермер может получить еще одну финансовую помощь – до 80 тысяч за гектар в течение 3 лет. Часть затрат они потом идут на усовершенствование сада, либо установку капельного полива, либо шпалерные устройства. Те, которых понравилось ведение садоводства, они уже идут на расширение площадей. Игорь Ереська также участвовал в региональном конкурсе АПК и выиграл грант на современную технику. От химии отказался. В доказательство, что обработка экологична, в божьей коровке, которая спокойно чувствует себя на первых плодах. Пока фермер только вкладывается в свое дело, но уверен, оно будет приносить доход. Потенциальный покупатель есть, интерес есть. Тем более, что мы в прошлом году получили от Белорганик сертификат на этот сад, что он органического, ну, готов к органической продукции. Игорь Ереська готовится к высадке еще 3 гектара саженцев. Зарегистрировал кооператив. В будущем хочет сделать фруктохранилище и поставить линию переработки. Сегодня только в Ивнянском районе 8 садоводов занимаются масштабным выращиванием плодово-ягодных культур. Среди них есть и крупная организация, но в большинстве это простые фермеры. Объем произведенной продукции из гектара будет составлять порядка 50 тонн. Продукция позволит нашим сельхозтоваропроизводителям малых форм хозяйствования выходить на крупные торговые сети. Программа развития садоводства нацелена на импортозамещение. С 2014 года площадь плодово-ягодных садов в регионе увеличилась почти в 2 раза до 8 тысяч гектаров. Сегодня область готова обеспечить своих жителей разнообразной плодово-ягодной продукцией, в том числе в переработанном виде. Но увеличивать площади продолжат, чтобы выходить и на российские рынки. Стать участником программы можете и вы. Все условия на официальном сайте департамента АПК. Екатерина Ковалева, Денис Купач. Такой день на Мире Белогорья.